Доброе утро. Доброе утро. Продолжается программа «Утро ТВ». Сегодня в нашем городе будет презентована книга о нашем городе с высоты птичьего полета. Кто же эти бесстрашные фотографы, которые не боятся, по-видимому, ни высоты, ни высоток, ни ветра вот этого ледяного? И вот сейчас мы приветствуем одного из этих фотографов. Фотограф-блогер из Новосибирска Слава Гелио Степанов. Он уже в нашей студии. Слава, доброе утро. Доброе. Приветствуем вас. Присаживайтесь. Рассказывайте, что это за книга. Слушайте, ну как это вообще? Вы из Новосибирска приехали фотографировать Екатеринбург. В Новосибирске снимать нечего? В Новосибирске закончилось снимать. Так. В Новосибирске мы уже издали такой альбом. Дело в том, что я фотографирую с высоты уже далеко не первый год. И по России, от Калининграда там до Владивостока. Вот. И есть там буквально по пальцам пересчитать города, где вот... Высотная съемка очень классно подходит для того, чтобы показать город с наиболее выгодного ракурса. И ну, в Новосибе я как бы родился, живу, да, то есть там до этого снимал, накопился материал, и мы там издали фотоальбом, ну, как подарок получается, презентационный такой материал, можно показать город. Так. Он там пользовался успехом, и мы решили, что неплохо было бы это дальше продвинуть. И на очереди был точно Екатеринбург, потому что по динамике, по застройке, ну вот в России-то нет примеров больше. То есть вы, надо сказать, что высоты не боитесь абсолютно? Или наоборот, вы как-то преодолеваете? Ну как, нет, я же человек, но я, это нормально бояться высоты. Просто я к ней нормально отношусь, без паники, без всякой. То есть я ее так же опасаюсь, как и должно ну, нормально люди опасаться. Просто там не экстремалю, нет такого, чтобы там, я на краю там свисал. Моя задача сфотографировать город, показать с этой точки высотной, а не то там... Где не, ну, ноги на краю, то есть просто точка-то может быть на краю, то есть может вы быть. Видите, что да, этот да. ракурс можно взять только вот с очень опасного места. Ну да, ну идете на такие шаги? Ну иду, но это осознанно иду, то есть чтобы там риск был такой минимальный, да, чтобы там. Слава, были во многих городах, а что запомнилось больше всего? Какие-то вот какие есть кадры в голове? Ну. Допустим, вот в апреле летал в Владивосток, снимал в Владивосток, и там эти мосты, которые построили, возможно, слышали к саммиту, они сейчас самые высокие там, в стране и одни из самых высоких в мире. Вот с пилонов мостов достройку снимал. Это очень запомнилось. Иногда бывает, запоминается, помимо городов снимают там, промышленность, например. Запоминается там, вот, например, вот уральская промышленность много снимал, металлургия. Ну и... Съемка Екатеринбурга мне вообще, в принципе, она за этот год больше всего мне врезалась в память, потому что прям... А можно посмотреть, так пожалуйста, книгу нужно. И показать нашим телезрителям, что из себя представляет такой альбом? Просто шикарные, конечно, фотографии, красота. Сколько примерно времени у вас ушло вот на эту книжку? Ну, на эту книжечку, чтобы так вот комплексно ее сделать, мы потратили год, но это... Да, год. Но то есть это... вы такими наездами в Екатеринбург? И действительно так оно и есть, да. То есть там поездок 8 было, но они были такие очень плотные. Там ни сна порой, ничего не было. То есть буквально съемки, съемки, съемки. Работа. Потому что погоду надо ловить ракурсы, надо договариваться в конце концов. Вот, расскажите о технологии высотной фотографии. А то есть с кем вы договариваетесь? Воодушевятся наши зрители и тоже полезут. Пусть воодушевятся, но поверьте, это очень непросто. То есть с земли снимать город в разы проще. Что касаемо попасть на точки, на высотные, ну, сначала нужно определиться с этими точками. Здесь их там больше 50, только крыш, там, помимо еще вертолетов, автовышек. Ну, то есть вы приезжаете в город, да. идете по улицам и сразу, о, вот это здание. Ну, вот даже это. Еще... По каким характеристикам ваш взгляд падает именно вот на ну, эту точку? Ну, изначально можно, да, прогуляться по городу, визуально оценить, потом по карте сверить, то есть понять, ну, я могу уже представить, с какого здания, с какой высотной точки будет какой вид, куда открываться. И как, ну, новый ракурс откуда откроется. Ну, здесь действительно много новых таких вот прям неожиданных ракурсов для Екатеринбурга. И когда это все взвешиваю, в принципе, идем по этим точкам. Ну, вот тут вторая уже сложность возникает, но такая весомая самая сложность, это попасть туда. Вот. Там действительно, то есть диапазон способов попадания, он велик, начиная от, честно скажу, там, нелегальных, пока меня никто не видит, и заканчивая там весьма бюрократическими способами, ну, чтобы договориться. Ну, последних довольно мало было, то есть... Скажу так, что все делали своими силами. А скажите, пожалуйста, вот эта вот фотография, она откуда сделана? Ну, с февральской революции, это жилой комплекс, ну, который построился. А, все скажите, ясно, пожалуйста, как-то приобрести где-то, купить эту книжку можно или
Как? Да, конечно. Ну, есть и на сайте можно ее приобрести, издательство Гелиопресс. Есть варианты. А есть, есть, да, книжные магазины, в конце концов. Понятно. Какие ближайшие города вы собираетесь запечатлеть? Ну, скажем так, в январе будет презентация такой же книги о Казани, а дальнейшие планы, то есть там, ну, это можно в блоге отследить. Я, так скажем, вперед дело словами обычно не люблю, ну, разбрасываться. Но планы-то есть? Конечно, есть еще какие, то есть точно ждать долго не заставлю, там Европа есть и так далее. Спасибо. Спасибо большое. Фотограф, блогер из Новосибирска Слава Гелиев-Степанов был у нас в студии, презентовал книгу «Екатеринбург с высоты птичьего полета». Наша программа продолжается, вернемся в студию после короткой рекламы.